Тем временем ожесточенная перестрелка взбудоражила целое село в Кыргызстане. Судя по этим кадрам, в селе Дмитриевка в 30 километрах от Бишкека была ожесточенная перестрелка. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники специальных подразделений МВД и ГКНБ проводили операцию по задержанию членов ОПГ, подозреваемых в разбое. В ответ те взялись за оружие, оказав тем самым вооруженное сопротивление. Кыргызский Минздрав сообщил, что двое силовиков ранены. В одного попал осколок, у другого огнестрельное ранение бедра. На место происшествия выехали руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативно-следственная группа министерства. В итоге сообщается, что один из членов ОПГ ликвидирован, о судьбе остальных членов банды пока информации нет. На месте проведения спецоперации также были слышны взрывы. Оцепление вокруг села еще не сняли, но часть военной техники и спецмашин уже покинула деревню. Также известно, что во время спецоперации пострадали иностранные туристы. Граждане Беларуси, России и Франции жили во второй половине дома, где ликвидировали преступника. Все имущество иностранцев сгорело в пожаре, включая деньги и документы.